Черногорская гимназия сегодня стала во всех смыслах высокотехнологичной. В городе угольщиков таких возможностей нет пока ни у одной другой школы. Компания «Мегафон» подарила гимназистам класс конференц-связи. Иными словами, ребята и педагоги теперь смогут общаться друг с другом и учиться дистанционно. Более того, Черногорская гимназия сможет выходить на связь с любой другой школой страны, где есть подобная возможность. «Мегафон» предоставил все необходимое оборудование и даже подключил к высокоскоростной 4G-сети. На презентации класса можно было наглядно увидеть возможности новинки. В онлайн-режиме шло общение с представителем Министерства образования и учеником. Около 200 тысяч затратила вот компания «Мегафон» вот на это. Конечно, деньги, может, для компании небольшие, но для образования это существенные деньги. Четвертое поколение интернета, уже не зря же это говорилось, что они уже приходят. Картинка в реальном времени, как телевидение, то есть никаких искажений, никакого там пропадания звука, там изображения и так дальше.